Беседа с пациентом. Уэйлен Джонс также известен как Крок-убийца. Вчера вечером пациента пришлось усмирить при попытке побега. Охранник Аарон Кэш госпитализирован. Согласно отчетам, пациент напал на Кэша и проглотил его левую руку. Кэшу повезло, что он остался в живых. Он потерял много крови. Я тоже. Чуть не поперхнулся его костлявой ручонкой. Это отвратительно. Он мог погибнуть. Он просто жрачка. А если я что-то распробовал, хочу доесть до конца. Понятно. Уберите его отсюда. Сейчас же. Твой след я тоже взял, дамочка. Еще увидимся. Тик-так.